Добрый день! Все знают, что хороший понт дороже денег, но иногда это вовсе не так. И в этом видео мы посмотрим на несколько ситуаций из мира бокса и ММА, когда понты не помогли на ринге. Этот боец в черном решил не жать руку своему оппоненту и ударил по ней во время стердауна. Но на ринге ситуация приобретает совсем иной оборот. Боец в белом очень быстро нокаутирует своего оппонента за неуважение. Этот парень в красных шортах начал показывать свои танцевальные навыки прямо на ринге перед лицом противника. Он опустил руки и начал откровенно дразнить его. Боец в синих шортах некоторое время наблюдал за происходящим, а затем перевел бой в партер и удушающим приемом наказал танцора диско. Между делом приглашаю всех мужчин подписаться на сообщество «Первый мужской ВКонтакте», в котором вы найдете много мужской информации о натуральном атлетизме, здоровье, психологии и отношениях. Сообщество ведет тот самый страшный голос, который вы сейчас слышите, так что подписывайтесь прямо сейчас, ссылка в комментариях и описании. Чарльз Беннет постоянно радовал фанатов своим поведением перед боем. Он кричал, танцевал, строил гримасы и, что удивительно, очень часто выходил победителем. Но не в этот раз. Темнокожий боксер решил не надевать защитный шлем, утверждая, что его противник ничего не сможет сделать. Наверное, он настолько сильно поверил в это, что решил попробовать принимать удары прямо по голове. Понятное дело, чем это закончилось. Во время взвешивания два боксера не смогли поделить пространство для демонстрации своих мощных базук, что стало причиной ссоры, чуть ли не перешедшей в битву до боя. Темнокожий боец начал раздуваться так сильно, что его мышцы смещали оппонента, но ринг вновь все расставил по своим местам, доказывая, что понты не помогают. Боб Сапп жестко наехал на Александра Емельяненко, пытаясь устроить махач до боя. Но на ринге Боб Сапп превратился в жертву и валялся как мешок, пока Емельяненко играючи нахлобучивал его. Этот бой закончился очень быстро. Во время взвешивания один из бойцов решил не жать руку оппоненту, проявляя неуважение или соблюдая социальную дистанцию. В любом случае, на ринге все эти поступки лишаются какой-либо силы и остается простая математика – удар против удара.
Тревор Бербик против Майка Тайсона. В этом бою Тревор решил дразнить Тайсона и чуть не отправился в нокаут. Но это не остановило его, и он решил дальше дразнить Майка. В конечном счете Тайсон нокаутирует Бербика, и тот не может подняться. А этот боксер решил не смотреть на своего противника, тем самым показывая неуважение и то, что он не воспринимает его всерьез. И очень зря, и во время боя он жестко расплатился за это. А в этом бою спортсмен в синих перчатках решил исполнять что-то странное прямо во время боя. Но мы-то уже знаем чисто статистически, к чему приводит кривляние во время боя. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. И не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен.